Внимание! Встреча на Эльбе. Так, а вот девушка куда? Здорово. Вовка, здорово. Здорово. Леончик. А это кто с вами? Это дочка. Дочка? Ваша? Ваша. А как дочку зовут? Даша. Даша. А меня зовут дядя Володя. Боже, приятно. Ага. Мы вот тут вот стоим на Красной площади. А мне-то что? С Валериком. С дочкой там. Рядом. Что-то вот, видите, закрыли эту башенку-то, да? Хреновенько. Как вы доехали? Замечательно. Да. Ну скажите привет ГСВГшникам. Всему форуму, всей 27-й мотоциклетной дивизии от нашего лица, из Сибири, из Конакова, из Москвы передаем пламенный привет. Следующий год 70 лет ГСВГ. Следующий год будет 70 лет ГСВГ. Да, 70 лет. Да, приезжаем в Москву. И с дочкой. Здрасте. 10 июня, по-моему, вывели войска. А когда 9 мая был праздник Победы, а на следующий день, по-моему, был приказ об оккупационных войсках. А может, я что-то путаю? То, что давай. Да. Товарищи находятся в гроте. Мы находимся на Красной... Не, не на Красной площади, в Александровском саду. Мы находимся в Александровском саду в гроте. Вы решили надпись оставить? Оставляйте, оставляйте. Здесь кассовый аппарат на штрафы, там вот в конце будет парка. Штрафы невысокие, 1 евро в час, тариф молодежный. А вот сюда, стоп. Смотрите, караул идет. Пойдем посмотрим, как меняют. Пойдем. Даша. Сейчас будет самое интересное. Даш, есть винтовка? Пристраивайся к ним. Мы тебя поставим почетный караул. На часок тебя. Мы хотели Дашу поставить в караул. Но Даша сказала, у меня нет винтовки, поэтому она временно не может стать в караул. Снимай, Даш. Покажешь на уроке, как я провела зимние каникулы вместо математики, русского, литературы. Кстати, напишешь сочинение. Наши ГСВГшники славные. Сейчас мы поменяем караул. Солдатики пойдут пообедают. И мы тоже пообедаем маленечко. В честь нашей встречи.
Валера, мы снимаем. Так, Вова и Даша. Даша. Приятного аппетита, Даша. Вовка. За ГСВГшников. Что там у нас сегодня Бог послал? Что-то нам Бог послал. Подарки каждому Дед Мороз выдал. Даша, а стихотворение про Деда Мороза знаешь? Ну давай, сначала я, потом ты. Договори, давай. Даша. Дед Мороз вошел в подъезд. А дальше? Итак, Дед Мороз вошел в подъезд и в углу подарки ест. Правильно? Находимся на Арбате. На Арбате находимся. На старом Арбате. Даш, нравится? Вон, смотри, какие красивые картины. Да. Что там? Военторг бывший. Ну как, да. Да. Вы хотите купить себе на память? Посмотрите. Хороший, чего? Вот там что-то. Даша снимает папу. Папа сидит, отдыхает. Тут вам русская народная кухня. Так, ну что? Что там, у меня уже правая нога толкает? Дедушка! Да, дедушка. Там вот блинчики, медовый глинвей. Пива нету. Все. Пива нету. Да. Да? Че, Валер? Так, смотри на меня, Валер, я фоткаю. Уставшие. Ну, будем. За ГСВГ я видео снимаю. Глинтвейн холодный. Со скидкой. Да? Присоединяйтесь. Да присоединяемся. Мы работаем, нам некогда, мы же видео снимаем. Вот девушка тоже, наверное, работает. Нет, не работает. Не работает. Куда-то ушла. Ага, я говорю, девушка, наверное, работает. Она раз из кадра, но я говорю, наверное, она не работает. Сегодня выходной. Вон там выпечка. Рыцари, пахнет дымом. Воняет дымом? Воняет дымом.